по вине водителей мопедов, по данным рота ДПС, с начала 2013 года зарегистрировано 17 ДТП, 3 человека погибли, ранено 19. Серьезные травмы и летальный исход аварии происходят по вине самих водителей, а причина нетривиальна и даже банальна. Шлем, которым пренебрегают любители прокатиться с ветерком, может спасти жизнь и избежать серьезных травм. В этом убеждены и медики, и сотрудники дорожной полиции. Операция проходит мопед. С 1 сентября произошло увеличение штрафов по статье 12.29, часть 2, то есть езда без мотошлема. За данное нарушение идет штраф 800 рублей. Прошло после изменения ПДД КОАП РФ больше месяца, нарушителей стало меньше, то есть ездят все в мотошлемах. На это, по мнению инспекторов, повлияли в том числе и карательные меры. С начала года сотрудники роты ДПС Анапы выявили 1680 нарушений правил дорожного движения водителями мопедов и 65 водителями мотоциклов. Только 9 из них оштрафованы за езду без шлема. Тенденция хоть и положительная, но работы от этого не меньше. 19 катались пьяными. Именно они могли стать причиной серьезной аварии. Сотрудники роты ДПС напоминают, будьте предельно внимательны на дорогах. А покупая мопед, не забудьте приобрести мотошлем. Так и безопаснее, и дешевле. Штраф за езду, напомним, составляет 800 рублей. Вадим Родин, Анапа регион.